Я всех приветствую. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И я нашла еще один хороший сервис для раскрутки своих социальных сетей. Это первый и единственный сервис с возможностью бесплатной рекламы любых товаров или услуг. Очень часто вижу рекламу этого сервиса, и я решила тоже здесь зарегистрироваться. Называется этот сервис «Hackney PR». Нажимаем кнопочку регистрации, вводим свой email адрес, придумываем пароль, повторяем пароль, разгадываем капчу и нажимаем кнопочку зарегистрироваться. На мой email отправлено письмо о подтверждении регистрации. Если вам не пришло во входящий, надо зайти в папку спам и открыть это письмо. Нажимаем по вот этой вот ссылочке, которую нам прислали. Вы успешно зарегистрированы. Для входа используйте ваш email и пароль, который вы указали при регистрации. Кликаем, чтобы войти в личный кабинет. Здесь у нас идет реклама. Также будет идти и ваша реклама. Нужно будет ее какое-то время посмотреть. Смотрим одну минуту. Таким образом, система рекламирует видео различных пользователей. Настраиваем наш профиль. Заполните ваше имя, заполните вашу фамилию и выбирайте аватар. Здесь пишем имя, фамилию. Добавляем аватар. Выбираем регион обрезки. Вот аватарочка у меня появилась. Управление аккаунтами ВК. Введите текст вашего предложения. Здесь пишем ваше предложение. Это предложение будет отображаться при добавлении в VIP-ленту. Ссылка на профиль ВК добавляем. С компьютера это делается вот так. Вот берете в адресной строке свою ссылочку и добавляете вот сюда. Ваш логин Skype пишем. Ваш логин Telegram. На ваш канал YouTube. Смотрю, здесь есть навигатор сайта, возможности сервиса обучения. Записи вебинаров и денежный поток. Услуги, автовебинар, курс, Hackney PR, кейсы продвижения и инструменты. ВК-бот. С этим я буду обязательно разбираться. Теперь мне надо пополнить баланс на $10. Здесь можно размещать свою рекламу. Здесь можно размещать топ-предложения. Сколько это стоит, интересно? 30 дней $17. 15 дней $13. На 30 дней надо будет разместить. Здесь есть партнерка, здесь партнерская ссылочка. Возможности. Дорожная карта, стартовый этап, второй этап, третий этап, четвертый этап. Цель 100 тысяч пользователей. Ротация. Это самый популярный способ раскрутки своей страницы. Благодаря взаимным подпискам вы получаете только живых друзей на свою страницу. Как это работает? Вам необходимо привязать свою страницу ВКонтакте, что мы и сделали, пройти первичную ручную ротацию. После прохождения ротации вы будете добавлены в список ротаций, и на вас в ответ начнут подписываться пользователи сервиса. Для клиентов со статусом free необходимо добавить в друзья 20 человек. Для клиентов с статусом VIP ротацию проходить не обязательно, то есть на вас будут подписываться и так. Друзья на вашу страницу будут добавляться автоматически благодаря наличию VIP-статуса. Мы не рекомендуем проходить более 2 ротаций в сутки, ну, чтобы вас не забанили. Каждый клиент после прохождения ротации имеет возможность совершенно бесплатно добавиться в VIP-ленту, независимо от его статуса на сервисе. Stories. Как известно, сторис считается практически самым лучшим способом рекламы, без навязывания. Конечно, хорошо, если вы напишете человеку в личное сообщение о своем предложении. Но если сравнить простое сообщение, где нужно читать и вдумываться, что мы порой не любим, и короткое видео, в котором сам человек подробно рассказывает о предложениях, то в большинстве случаев сторис выигрывает. Наш сервис первый в своем роде реализовавший идею сторис на практике для рекламного сервиса. Размещать сторис на сервисе Hackney PR могут не только люди, имеющие VIP-статус, но и любой пользователь совершенно бесплатно. Достаточно быть зарегистрированным участником, заполнить профиль и пройти ротацию. После этого можете добавлять любое их количество, пока находитесь в ротации. Если у вас VIP-статус, вы можете загружать неограниченное количество сторис. Продолжительность до 15 секунд.
И сторисы автоматически удаляются через сутки. К сторис можно прикрутить ссылку для и кнопку для перехода, а также установить превьюшку для сторис. Блок сторис виден всем пользователям сервиса. Делайте вашу рекламу уникальной и вызывающей эмоции на постоянно растущую аудиторию и наслаждайтесь хорошими конверсиями. Топ-предложение – одна из самых популярных функций для рекламы вашего бизнеса, товара или услуги. 5 дней – $5, 15 дней – $13, 30 дней – $17. Публикация в ленте постов. Сервис HackMePR предлагает вам уникальный инструмент, аналогов которому нет. Вы можете совершенно бесплатно делать публикации в ленту постов с любым вашим бизнес-предложением, товаром или услугой. 10 автоподъемов, VIP и 10 ручных автоподъемов, free в сутки. Вы можете прикрепить 1, 2 и даже 4 видеоролика в одну публикацию. Возможность ставить лайки и оставлять комментарии. Рассылка сообщений. Удобная функция для быстрой рекламы ваших предложений. Мы предлагаем вам делать рассылку совершенно бесплатно на всех партнеров вашей сети с любым предложением. Также мы предлагаем делать рассылку на всех пользователей сервиса с любым вашим предложением всего за $5. Рекламное объявление. Рекламный блок, в котором вы можете разместить любое ваше бизнес-предложение. Стоимость рекламы 0,2 на сутки. Функционал автоматизации Hackney VK Bot. Автодобавление заявок в друзья. Программа автоматически подставляет имя человека, а также есть функция отправки подготовленного голосового сообщения. Уникальная функция. Ротация друзей на сервисе Лидер Пиара. Автоматическое прохождение ротации на сервисе. Рассылка по группам позволяет отправить ваше рекламное сообщение по заданному списку групп с возможностью прикрепления видео или картинки. Лифт трансляции. Данная опция в программе позволяет в автоматическом режиме проводить трансляции в ВК по заданному расписанию. Автосторис. Данный режим позволит публиковать сторис на вашей странице ВК через заданное время. С помощью встроенного планировщика вы с легкостью сможете настроить запуск программы по расписанию. Обновление программы автоматически проходит без вашего участия. Интересно, очень даже интересно. Зайдем на главную, посмотрим, что тут такое. Пользователи уже 8077, топ-предложений 121. То есть не обязательно вот такие вот сервисы, когда... Они только-только стартуют, то есть там и людей мало, когда только стартовали. Вот сейчас самое время заходить, потому что здесь уже много пользователей. Соответственно, эти пользователи будут проходить ротацию, чтобы раскрутить свои страницы и, соответственно, будут подписываться на ваши страницы. Я не буду проходить ротацию, я куплю VIP. И на меня будут подписываться. У меня и так там 30 с чем-то тысяч подписчиков, а я хочу еще больше. Люди будут заходить на мою страницу, а когда они заходят на мою страницу, они видят мою закрепленную запись. Привяжите ваш аккаунт ВК. Вы успешно справились с заполнением профиля. Теперь надо привязать аккаунт. Нажимаем «Добавить аккаунт ВК». Разрешаем доступ. Теперь надо пройти первичную ротацию, чтобы полноценно использовать наш ресурс. Нажимаем «Пройти ротацию». Чтобы попасть в ротацию, добавьте 20 предложенных участников. Потом станьте VIP и получите авторотацию. Нажимаем «Пройти ротацию». И добавляем 20 человек. Вот, добавить в друзья. И видите, сразу высвечивается ее бизнес-предложение. Также будет высвечиваться и мое. Смотрите, какая разница. Когда вы VIP, ваше предложение видно, а вот здесь человек не оплатил VIP, у него здесь никакого предложения нет. То есть они проигрывают по сравнению, чем VIP. У меня добавлено уже 15 из 20 человек, уже ротацию заканчиваю. Теперь мне надо пополнить мой баланс и купить пакет VIP. Банк, Киви, Яндекс.Деньги. Perfect Money, МТС, Билайн, Мегафон. Оплачиваю я через карту Сбербанк. Посчитали мне 856 рублей. Ваш заказ успешно оплачен. Вернуться на сайт продавца. Нажимаем «Купить VIP». Прошла я ротацию для VIP-ов, добавила 10 человек. И теперь друзья будут ко мне добавляться сами.
Моя партнерская ссылка, также и ваша, находится в разделе «Партнерка». Вот, скопировать ссылку. Раздавайте ее друзьям и зарабатывайте на этом. Давайте посмотрим, сколько можно заработать в реферальной программе. Партнерская программа включает в себя 5 уровней дохода. За каждого личного приглашенного вы получаете $2,5. Далее второй уровень 1,5, потом доллар, потом 0,5 и 0,5. И начисления по маркетингу производятся независимо от вашего статуса. Здесь вы можете подробненько почитать, перейти в раздел. Все, рекомендую вам этот сервис. Мне он понравился, много инструментов. Буду дальше изучать. Всем пока, до следующих видео.